Гляньте, что там. Ой, какая здоровая, блин. Сидеть, сидеть. Сейчас я буду выгонять. Он сидит, даже не дергается, собака серая. Змей Горыныч, блин. Свою мохнашку взяла. Главное, не в хату. Пиши, 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 пиши. Все, справилась. Купила дочери такие духи. Приходил пробник с этого, с Дугласа. И ей понравились. Я выписала 30 миллилитров, потому что новые очень дорогие. Вот, за эти 30 миллилитров я отдала по скидке уже 150 евро. Еще 30, так где написано. Подождите. Где? Вот. Ей нравится, мне нет. Слишком сладкий для меня. Вот эти деревья цвели розовым, как типа вишня японская, китайская или какая, розовыми цветами красивыми здесь у нас на Хеленовайгель. Я показывала по весне не раз. А вот теперь, смотрите, обратила внимание, что какие-то как яблочки. И прям такие заманчивые. И вот там висят. Хочется съесть, но не достать. Так, сгоняла в магазин. Быстренько показываю, что такой хаос на столе. Потому что я сейчас быстро разберу и побегу с внучей встречаться. У нас вечер. Душнина неимоверная. Еще там поснимаю. Купила 2 банана. Потому что сегодня 2 банана съела, которые купила вперед. Не люблю их. Терпеть не могу. Но съела. Не потому что жадность замучила, нет. Потому что слушала профессора одного, он сказал, бананы и арбузы, это прям вот, я забыла что, но они самые такие носители того витамина, которого только в бананах и арбузах есть, и который нам необходим. А, цитель, цитель, цитель. У меня здесь 2 магазинов, сейчас я постараюсь и так, и сяк пробегать. Так, бананы были по евро 29, 40 центов они у меня вышли. Так, тортиллас вот эти вот взяла. Евро 29 вроде бы, да. Вот они сверху, самые верхние. 6 штук. Вальцы. А хотела мерку. Ну да ладно. Залетела тоже по-быстрому. Бельгийские вафли. 3 пачки с черным шоколадом. Как всегда, вот они. По 2,79, 8,37. Абрикосы. Где вы? Где вы? А где вы? Ой, слепошар. Вижу прям под носом. Какие-то сахарные. Цукер абрикосный. Сахарные. Взяла 350 грамм. Тут пачки. Евро 49. Так, динозавриков. Как всегда. Так, они. 2,79. Видно, надеюсь. Так, зумат зальц. Вот это взяла. Это в посудомойку по евро 29. У меня просто закончилось. И я взяла, пока не забыла. А то, что потом надо будет, я забуду. Взяла бы дешевле, но там самая дешевая в Реве была. Это с Реве. В общем, он и заживал мой этот бон, ну, этот вот бумажку, да. Пришлось вызывать работника, потому что я сама рассчитывалась там на автомате. И уже такое копию выдала. Вот. Потом взяла финиш вот этот вот тоже. Это в шпильку тоже, в посудомойку. Для того, чтобы не было на стекле этих, когда, знаете, высыхают капли, когда сушит машинкой, потом бывает высыхают капли.
всегда добавляем. А у меня это уже закончилось. Сейчас надо будет подлить. И люксус, вот я не вру, кто не верит, люксус, свою туалетную бумагу 4,95, там 10 штук. Я не знаю, мы используем втроем за месяц две упаковки. То есть 20 роллов этих, да, четырехслойная она. Я не знаю, как мы шоркаем свою попу. Ну, вот так вот, как есть, да? Так, теперь пробежим по... Быстро сейчас в холодильник. У меня рыба вот эта аж подтаяла. Это в норме было. Я сегодня решила два взять магазина. Силой. В общем, вот такие булочки. Белые по ойра 19. Они допекать, полузаготовка, да? В холодильнике лежат. Они... годные долго, где ваша годность, вот до 12.09. Где еще такой хлеб вы найдете? Правильно. В это время везде. В наше время. Так, моцареллу взяла, потому что это у меня половина пакета все только осталось. Доча добавляет в лапшу себе и везде, да, бывает мне надо. В морозильник сразу закидываю и все. Там она лежит. €99 за пачку. Сколько там? 250 грамм. Атлантическая Ройхерлакс. А, да. Думаю, что такое? Вот. Захотелось прям что-то с яйцом. Прям, я говорю, на яйца потянула, на рыбу потянула. Давно не тянула. Взяла 90 грамм, потому что я одна это буду есть. И чтобы быстро съесть, чтобы не портилось. 90 грамм пачечку взяла. 2,79. 100 грамм стояла за 2,99. Но думаю, ладно. 10 грамм. Пойди, не это. Сама себя не обману. Не объем и не доем. Ну, в общем, наговорила. Так, колбаса. Это птичья колбаса €19. Вот гефлюгель. Гефлюгель фришвурст. €19. Вот она. Дочь иногда ее ест. Пангазиус филет. Вот и опять взяла, что... Ту еще не жарила, и что буду жарить, если то сразу две пачки, потому что мало там. Раз доча ест, то мы съедим это быстро. Тут 540 грамм в пачке. 3,69. Шмельцкиз. Вот это доча ест. У меня есть запас, но вот одна там оставалась. Ну что, я ее одну сиротку оставлю, что ли? Я ее забрала. Посмотрела, срок годности еще далеко. Уж поди съедим до 13 октября. Или в суп куда-нибудь, или в соус куда-нибудь забабахаю. Так, €69. Вот, я за ней пошла. Вот за вот этой. Что-то так захотелось. И рыбы, и этой... Как она называется? Ой, стою вам, снимаю, да, и вся прям по мне бежит пот. Ой, вытереться надо. Извиняюсь за подробности, но прям это ужас. Такая душнина. Так, как она по-русски-то? Печеночная колбаса. €69. Майонез один взяла, €79. Охренели просто. Свечки. Забыла, как опять по-русски называется. Не слива, а вот эти продолговатые. Последний пакетик тоже сиротку забрала. Вытянул. Он по 2,69 за килограмм. Кило 176, 3,16. Вот вытянул. Так, ну и все. Да. И все. А это вперед ходил человек. Купил. По скидке были перец. Два пакета. Тоже в норме. По €50. И помидоры. Я не знаю, насколько потянули. Большие. Тоже хочу салат сделать. Делаю сладкий салат со сметаной, сахаром. И поедаю на завтрак. Вот так вот. Вот такую вкуснятину. Доброго времени суток, дорогие друзья. Ой, трясу. Здравствуйте, прекрасные люди. Иду к озеру. Внуча вызвала. Стрелку забила. Так, сейчас отключусь. Вон тут посветлее. Пока деревьев нету. Там люди просто стояли, поэтому отключилась. Вся прилизанная. Тоже мокрая. Вытиралась. Какая у нас душнина. Там тучка. Тучка. Я вовсе не медведь. Опять люди. Люди с собаками вышли.
Надо тихонько идти впереди. Тоже люди сбоку. Люди сзади. Люди. Нельзя же снимать у нас. Татеншутс. Везде прям. Все ферботно. То есть запрещено. О, сегодня у меня день тюлень. Не знаю, как у вас. Пишите, что у вас там. Что у меня майка. Вообще она белая. Какая-то серая, грязная. Тут запах. 100% по-моему, влажность. Белье не сохнет. До вечера кое-как. Три тряпки там и сохли. И то. Кое-что. Сама маленькая. Еще не высохла. Представьте, с утра как постирала. И душнина страшная. Опять люди сзади шкребутся. В общем, день тюлень. Ничего не делаю. Хотела лепить вареники с некоторыми, с несколькими. Филлингами. Начинками. Но все. Вот только подумала о муке, что тесто замешивать, да? И меня аж вот так вот тряхануло, представьте. Тряхануло, представляете? И я поняла, что все. Христина Батькова. Назначаем отпуск. Срочный. Вообще ничего не хочу. И все. День тюлень. Валяюсь. Представляете? Сплю как не в себя. Хожу. Стираю, прибираю. И все. Сейчас закупилась и вышла погулять. Ночью день так прошел мой. Видно, уработалась женщина. Ну, я думаю, что ни у одной меня такое наступает. Могу себе позволить. Хватит. Дети выращены. Все. Сейчас присяду. Впереди эти люди идут так медленно. Столб разглядывают. Почему-то. О, лавка-то сырая. Ну и ладно. Фиг с ней. В общем, день тюлень у меня. И вот прям все бежит, все. Я не знаю, как показать. Видно, там нет. Все мокрое. Это кошмар. Ладно, жду в ночь. Там перейду поближе к уткам туда. Ну, что, вчера гости приходила, такой брелочек нет. Ничего, уже следы поставлял. Этот, ну, в общем, наручник вот такой оставила, забыла. Сейчас, говорит, баба, вынеси. Вынесла. Тут у нас взяла чипсы вот эти вот. Я покупала зоопарк, конечно. И, как сказала, не. Я думала, это сушеные помидоры, но нет. Как чипсы. Ну, с добавлением помидор. Я говорю, возьму, пошмякаем, поедим. Зая говорит, ну, давай принеси, попробуем. Если нет, то выкину уже. Ну, и семечки надо было еще хочу взять. Я думала, у меня две стоит. Ну, одна еще целая в запасе. Но нет, дочь уже и эту начала. Ну, вот, пошелкаем чуть-чуть. И на пол мы шелкать не будем. Мешочки. Бумажные. Все био-био. Сюда будем шелкать. И потом все выкинем. Мусорки везде у нас есть. Вон там озеро. Я с этой стороны решила зайти. Сейчас они должны с этой стороны тоже прийти. Посижу, подожду. Пока жду. Пока лякаю еще чуть-чуть. Пока и людей тут нет. Там просто место. Один человек сидит. И там лавочка без этой, без спинки. А я пока посижу, спинку свою притулю к спинке скамейки. Ой, у меня кухня. Я же начала красить, да? Прихожку покрасила. Что я еще покрасила? Дочину комнату уже тогда взялись. Сын приходил, помог. Прихожую, все. И думаю, и кухню же сделаю тоже. Ну как, колхозный ремонт, да? Вокруг все. Снимать не буду. Оно так-то чисто. Ну вот. Ну, здрасте, жопа Новый год. Иди отсюда. Самой мало крови. Это. Освежу, думаю. Потом по осени, к Новому году, зал
А потом весной следующую свою спальню уже. И чтоб уже вся квартира почищена была. Хотя в спальнях, я как говорила, уже раза 3-4 уже делали. И в той, и в другой, во всяких. Во всяких, во всех. Вот. И представьте, до кухни когда же дошла. А, я еще в ванной же делала. До кухни дошла. У невестки надо было стремянку. Ну, что ее покупать? У сына младшего есть стремянка. И мы ее все используем. И она у меня стояла. Вот я ее пользовалась. Высокая. У меня их еще две штуки. Дома стоит опять люди. Люди. Отключусь пока. Комары появляются. Кидают папа с колясочкой. Ах, да. Бывает же нормальный папа. Так, не в ту тему я пошла, не в то поле. Ну и, в общем, вот. Дошла я до кухни. Понадобилась моя стремянка. Вернее, не моя, а моего сына. Ага. Что-то чапал-чапал, растопчется вокруг. Видит, что я с телефоном сижу, и он прям круги вокруг себя дает. Придется отключаться. Какой-то слишком уж нервный дядечка идет. Трусой побежал. Вам уже не видно, он там сзади. Все, пошел нормально. Странные люди какие-то. Ну и ладно. Нашим лучше. В общем, дошла до кухни и все. Стремянку забрали. У меня все желание пропало. Кухня стоит не убрана. Вообще. И шкафы не мытые. Ну, я думаю, шкафы зачем я буду мыть, да? Если красно. Так. Не надо, пожалуйста. Капать, что ли, из дома. Писать. И засранка Христина Батьковна. Везде все поперемыла. А в кухне стоит грязная. Даже люстру не мыла. С осени. Ну, я возьмусь за себя. Я возьмусь покрасить, наколхозить и вымыть шкафы, и пол под кухней. Это я сделаю все равно. Просто что в этот раз запаздываю. Все вот так вот. Какая-то дребедень со мной в этом году происходит. Недаром, наверное, високосный год. Или он у меня високосный. И, по-моему, он у меня вот с осени прошлого года и начался високосный. Вот на велике теперь фаром светит. Отключаешь. Сейчас сижу и замечаю, что дома-то разные у нас. 25-этажки. Смотрите, даже на видео видно. Эти две оранжевые, но они вместе. А те две желтые. Видите? А я не замечала. Представляете? Вот только бахнуло в голову. Или в глаза. Не знаю куда. Разные. Вот в той. Вот в этой жил мой сын. Они вместе. Номера разные. И эти тоже так же. А еще у нас вот одна. И на ней тоже оранжевая. Вот не одна. Нет, тут одна стоит только. Да. 25-этажка. Кто не видел то видео, заглядывайте в прогулках. Последнее видео. Как я залазила на 25-й этаж. На самом быстром лифту заезжала. Самый быстрый лифт в Берлине. И с 25-го этажа снимала. На Потсдамерплац. Это было. Что хочу еще сказать. Последнее видео тоже, которое вообще снимала. Там я показываю. Он называется Bubble Tea. Они все говорят, и я тоже повторяю. Молодежь. В общем, там крем-чиз был. Внутри. О, летучие мыши начали летать. Крем-чиз, коричневый сахар. И какой-то еще тумака, тамака, чего-то там. И представляете, до сих пор у меня аллергия во рту после этого. Вкусный был, вкусный. Это хорошо, я еще бомбочки вот эти круглые туда не взяла. Он был очень вкусный, но у меня аллергия во рту. Прям сразу начала проявляться через минут 15 где-то. И по сей день и язык. И во рту все по сей день. Вот так вот. У меня в Казахстане было на ментол, жвачки ментоловые, на
орехи на все. Упс. Все, девчонки забежали в магазин. Что, голову начало давить. Вот эта погода. Вчера у меня ноги, я думала, просто отвалятся. Отвалятся. Ну, вот так крутили на погоду. И вот что вот эта душнина пришла, дождь пришел, ночью был дождь. Вернее, под утро уже. Целый день не было. И сейчас что-то вроде бы как опять собираться. Но не надо. Мы хотим погулять чуть-чуть, подышать свежим воздухом и по домам. Потом пусть идет. Пока мы сидим, не надо. Только выползли. И, видимо, вот эта вот погода, вот она прям убивает. А я сильно метеозависимая стала именно с годами. Раньше так не замечала, а сейчас прям вообще с каждым годом все сильнее и сильнее. Кто метеозависимый, тот меня поймет. Ну, про аллергию. И здесь, вот в Германию, когда я приехала, у меня аллергии ни на что не было. Ни на ментоловые жвачки. Но жвачки я не жую. Это редкость большая, когда я их не могу жевать. Ну, у меня желудок начинает квакать, болеть. И, ну, челюсти. В общем, не люблю я жвачки. Но я пробовала ментоловые. Здесь у меня аллергии нету ни на орехи, ни на какие. Ни на ментол. Ну, я уже повторяюсь, наверное, миллион раз. Уже в видео не раз это говорила. А вот в Турцию, когда мы летали, вот там у меня на все орехи. На все орехи вылезла аллергия. И я весь отпуск, 10 дней мы там, по-моему, были, с аллергией во рту проводила. И теперь здесь вот это вот, что там такое было в этом чаю. Но он холодный чай, со льдом, да, идет. Но лед ты можешь заказать, можешь нет, но он холодный, не горячий идет. Кто не знает. Ну, в общем, вылезла аллергия. Вот так вот. Ладушки, пойду к ним вперед туда, потому что они зашли в магазин. С магазина с той стороны будут идти. Пойдем на то, на новое место, тогда на старое. Оставлю эту девочку, какая-то сидит. Одна. Что-то одна. И не двигается, главное. Сидит, как будто бы ее туда принесли, посадили, и все. И она сидит, не шевелится вообще никак. В телефоне подержи сидит. Ну, как вот эта стареющая женщина. Она почапала. А, нет, дурака, кусок. Вот тут вот уже две многоэтажки. Теперь с этой стороны не видно эти. А, ну этих видно две. А тех не видать. Какое интересное растение. Огорода, кабачок, в общем, дал, помидорки, два желтеньких, один где-то еще маленький был, вот где ты спрятался, вот. Ну, какой-то желто-розовый, аж бедно лопнул, сейчас поест женщина, вот так тоже. Чуть-чуть еще клубнички, все портится. Сейчас тоже с сахаром сделаю. И вот сколько ежевики. Сейчас тоже с сахаром переберу. С сахаром засыплю. И потом 5 минут на огне. И проблендерю. И, наверное, через сито тоже сделаю. Ну, посмотрю. Жили готовы, жмых просила. 5 минут буквально закипело, и я сразу включу
Вот только бежим их, а то косточек уже сколько было. Это вкуснятина. Обожательно. Вышла на балкон посидеть и дом покажу. Вот выписывала Олечка. Спасибо тебе большое, подсказывала. Ты вот эти вот парфусы опять беленькие. Все хорошо, но они не такие. Это бумажка торчит. Они так-то дышащие, проветриваются. Вон, видите. Но уже, например, сейчас я просто их собрала уже назад отправлять, потому что они еще больше маломерки. И я опять заказала 39-й на всякий случай. И 39-й мне вообще на правую ногу прям палец аж наружу вылазит. Здесь силька идет не проветривающаяся, без дырочек. И там дно тоже... Сейчас помножку вытащу. Там дно тоже, видите, без дырочек. Здесь они другие. 39. А, тут 0,5 стоит какая-то. 39 тут не да. И у меня вот здесь палец. Палец вот большой не сюда упирается, а он вот сюда. И прям вот вылазит аж вот так вот материю. Ну, в общем, вырвет у меня материю уже после второго похода куда-либо. Вот, 39-й. А, это китайские. Угу. Ну, в общем, вот так вот. Я теперь... Ой, куда я бумажку? Но они удобные тоже. Удобные, но на левой ноге удобно. На правой было неудобно. В общем, я им написала. Сайт интересный. Обратной связи нема. Не положили ни бумажку, чтобы назад отправлять. Да, нету того, как на других у нас сайтах, например, нажмешь. Так, сейчас я к вам повернусь. Как на других сайтах, например, нажмешь. Точно. Не варенье или на мне? Где-то было. Ладно, сейчас подумай, и футболку ухряпала в мелкую пятнышко, когда блендерила это варенье-то. Ну, не варенье, а пятиминутку свою. В общем, нету у них той функции, где вот заходишь, нажмешь просто, что это... Цюрюкзенден. То есть назад отправить. И чтобы что-то выдруковалось за там. Высветилось, что или этикетку распечатать, или QR-код этот. Нету ничего такого. Ввожу то, что я зарегистрировалась у них на сайте. Меня не пропускают. Как будто бы меня там нету. В общем, попробовала им написать вчера, сегодня. Ну, думаю, может, выходные, так как суббота, воскресенье были. Вот. Может, завтра ответят. Посмотрим. Буду еще пытаться сейчас вечером. Олечка, я опять мимо шагнула. Но я закажу 40-й размер. 40-й закажу. Если белые еще будут, то 40-й закажу. Будет левая, как всегда, шляпать, шлепать. А правая будет нормально сидеть тогда. Вот. Я, например, в зимнюю обувь или в осеннюю, я, знаете, что делаю? Вторую стельку вкладываю в левую ногу. И тогда нормально. Тогда лучше. Вот, что хотела сказать-то. Все посмотрели олимпийские эти, открытие олимпийских игр в Париже? Ядрит Мадрид. Не, не смешно, это у меня нервно. В общем, занавес. Кто не смотрел, посмотрите, забейте просто. Открытие олимпийских игр в Париже. 24. Это вакханалия, это шабаш, это попирание всех принципов и моралей, и всего святого.
Первый раз мне за все время стыдно за всю Европу. Честное слово, мне очень стыдно за всю Европу. Слава богу, что это было не у нас в Берлине. Было бы еще стыднее. Но наш Берлин тоже отличился. Я не видела, не заходила видео, это не смотрела, но саму, да, картинку, название видео несколько, чтобы мне в Ютубе выпадало. Вчера у нас дождь целый день шел, в субботу вот, и у нас был прайд, ну, ЛГБТ. И в этом году их было столько много. Ну, судя по картинке и по названиям под видео, их было столько много, сколько ни в каком году еще не было. Вам там все слышно хоть? Ну нет, вроде бы меня слышно там хорошо, это ветерок. У нас сегодня целый день ветер, прохлада. Прохлада прям такая хорошая. На ночь я открываю всегда окно настежь у себя. Включаю либо синюю лампу, либо как-то типа рейда, да. Ну и рейд у меня есть в резетку, что втыкается против всяких сикарашек, букашек. Вот. И нет рейд тоже такая есть. И я включаю и открываю окно настежь у себя в спальне. И сикарашки не летят. Не хотят. Бывает, когда никогда шальная какая-нибудь залетит одна. Ну и тут же ищет выход. Где здесь выход? Спрашивает у меня. Будет меня? Говорит, где здесь выход? Покажи. Я сейчас улечу отсюда. Вот. Про что я? Ну, про то самое. Как я уже говорила, я не против этих ЛГБТ. В смысле, не то, что не против. Я ничего против них не имею. Вот так я, наверное, скажу. Каждый сходит с ума по-своему. Но когда это в такой массовости, и плюс совпало с открытием Олимпийских игр, и то, что там творилось. Что такое? Дом нашла, что ли? Вот. Ну, правда. Ну, это все. Подтверждение того, что мир идет. Вернее, нет. Он не идет. Мы с вами, товарищи, пробили дно. Я никого не отделяю, да, и когда Господь плюнет на нас, в конце-то концов, то, ну, не он на нас плюнет, да, он уже ничего не сможет сделать. Моя вера такая, он уже ничего не сможет сделать, так как массово и больше всего подвержены темному. И когда час тот настанет, что чаша совсем перевесит и упадет уже, а мы уже с вами пробили дно, то не будет же разбору, да, Господь уже ничего не вправе будет что-либо сделать, выбрать одних своих каких-то, да, ну, в общем, своих, конечно, он выберет, но попадем ли мы с вами туда, в этот выбор, Господин, попадем ли? Ужас. Ужас. Вот в такие моменты и думаешь. Поверну уже на цветочки. В такие моменты и думаешь. Зачем детей рожал? Да какие мучения. Да. А дети внучку родили. Нельзя так говорить. Ну, куда деваться? Ужас. Просто какой-то ужас. Хочется так и сказать. Вернее, я-то это часто говорю. В видео, не знаю, проговаривала или нет. Но я частенько в жизни это говорю. Господи, закончу уже этот мир. Хватит уже. Нам хватит. Чем дальше, тем страшнее. Правда. Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет. Мир сам по себе без нас, людей, прекрасен. Но то, что мы, люди, творим... В общем, остановите
планету, я сойду. Честное слово. Когда еще и между своими как бы родными, да? Как бы родными происходит. И с родными происходит. Тоже друг другу устраиваем кардебалеты. А плюс еще что вообще происходит? Кто нами управляет? В общем, что-то меня на лирику потянуло. О, это еще тоже. Вам их видно? О, сколько кракуш. Сейчас. В этом году сейчас в этом году вот этих кракуш так много, вот даже они навевают плохие мысли, вернее помогают. Вон опять с угла с дома слетели. Раньше тут следили за этим, вот этих именно кракуш тут отстреливали. Но вот прошлый год, вернее, даже не прошлый год, а с осени, по-моему, это началось. Да, прошлый год с осени. И вот этот год вообще их никто за ними не следит. Тоже я против убийства, да, но, как показывает результат, то, что они выгнали соловьев, вы сами, кто со мной уже давно, сами знаете и видите. У меня здесь соловьи так всегда пели. Все, соловьев нет. Еще какие-то здесь прорезались несколько штук. Ну и они их изгнали все-таки в конце-то концов. Вот, даже голубей этих изгнали. Вот так вот. И вот такие кракуши нами управляют. Такие кракуши нас окружают. Одна чернота. Я извиняюсь. Но как есть. Как есть. Ладно, все. Больше не буду квакать. Со всеми попрощаюсь. До следующего подключения. Всем мира, добра, радости, тепла, вдохновения и терпения, и сил, и здравия, и разума нам всем. Разум нам необходим. Так же, как и здравие. На одном уровне. Ну и, конечно же, Богу всем помощь. И Божьих благословений или благословлений, если это две разные вещи. Все, люблю, ценю вас всех и уважаю. Пока-пока.